Всем привет, друзья! Вы на канале Типа Топ. Меня зовут Дима. Я еще не успел отойти от видосика про школьника, который пытается сбежать от родителей от Валеры Гостера. Так он выпустил еще один, который назвал «Сумерки Сага». Вроде бы так. Поэтому летим сейчас с вами посмотреть, что там будет играть Валерка, что там за игра такая новая, что это за сумерки. Перед началом не забудьте подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны, ведь у меня цель 200к до следующей зимы, и ваша подписочка поможет мне прийти к этой цели. А также забегайте в мой телеграм, там всегда новости, когда следующие реакции, стрим, летсплей, все самое важное про меня, мои каналы. Там залетайте и погнали смотреть видос. Всем привет! С вами Дима Типа Топ, который смотрит Валеру Гостера, если вы еще не поняли. Ну надо было что-то вставить, понимаешь? Что за пауза? Сегодня я буду играть в эту игру, потому что она выглядит всрато. Вместо главного меню какой-то гайд на трудоустройство, на работу. И луна, по мнению Netflix. Она же должна быть как сыр. Почему она... Луна? Я бы в жизни ее там не увидел. Ну, я всегда напоминаю, что у меня тут валят два света. Я на них только что посмотрел и потерял зрение. Для того, что оно лупит, какой бы ты яркость экрана не поставил, оно все равно будет тусклое. И здесь луну точно бы я не заметил. Просто дырка. Ладно, сейчас разберемся. Плей! Кинематографичный облет. Бомж. Бомж кролик, так-то по факту. Да я понял, что локация с трех полигонов состоит. Давайте играть. У нас тут есть магазин. И, собственно, это вся локация, на которой мне развлекаться. А, не, мне за кассу засунули. В смысле, работать? Я должен взглянуть на список задач. Босс оставил мне за счет... За щеку, может быть? Какой список задач? Нафиг он его оставил? Фокус на костюмерах. Это кто примеряет костюмы. Оставить товары, вытащить мусор, овечка, помыть туалет. Не позволяйте старому мужику нервничать. Какому мужику? Ай, блин! Вот этому, что ли? Заходи, у нас... Что это такое? Я только хотел сказать про то, что вот, ну, собственно, те, кто заходили ко мне на игровой канал, те знают, как я читаю английские фразы. Ну, неожиданный мужик-кролик сбил меня. У нас открыто. Дверь с другой стороны. То есть, а ему меня заставлять нервничать можно, да? Похоже, что для бензина может быть клиент. Я должен выйти и помочь. Это для бензина клиент. Для меня пусть разбирается. Ну там такой настырный. Опа. Ну давай сам, там комары и холодно, я не пойду. Она меня не открывает. Я что, маленький? Понятно. А сам заправиться не мог? Вот он стоит. Здравствуйте. Но все равно приятно, когда ты работаешь в сфере обслуживания. К тебе приходят чувачки, вот такие сразу с хорошим настроением, заряженные на позитив, на заработок, на открытие чакры. Блин, а я говорю, что у нас тут комары. Вам какой бензин? У нас есть левый и правый. А как взять? Как дед дверь? Думает, что он Годзилла, все нормально. А потом типа на кассу или как он за... заплатить! Дед Фас! Привет, маленький Рататуй. Что? Что? Ну вот же, Несквик, если можно так сказать, там скорее... Я не знаю, смотря на каком языке читать. Почему крыса? Почему? О, это же мой любимый завтрак от Нестле. Я обожаю этот шоколадный... О, это же... это вкусный завтрак. А что, мне тут ждать надо кого-то? Могу в кассу залезть. Рекламная интеграция, которую я подрезал, дорогие друзья, специально для вас, любовью, сердцем отдаю, получаю. Так, смотрим дальше. Расставить товар. Почему я не вижу пункта получить зарплату? У нас опустили только полки с готовыми завтраками. А, ну мы, в принципе, больше ничего не продаем. Симулятор магазина, да? Прикиньте, заправка в какой-то глухомане. Очень фигово. Приезжает перекусить, а тут только хлопья. В туалете с людей уже на столе валится. Похоже, еще один клиент идет. О, нет. Нафиг вы к нам едете, тут нечего жрать. Я сам крыс подъедаю. Поговорить с клиентом. А где он, блядь? А, ё-моё, я просто не вижу вас. У нас касса для интровертов. Я не хочу с вами общаться, уходите. Добрый вечер, как дела? Покупать пришел или просто языком чесать? Да-да-да. Что я могу получить? Судя по нашей продукции, запор. Мне, я просто хочу немножко поп-музыки и чипсов. Супер, а что мне тебе, спеть, что ли? Спасибо за головы. Аккуратного. Да, всего хорошего. Мне появляется дикое желание скачать эту игру и поиграть самому, потому что именно кривые переводы, ребята, это просто лучшая комедия, которая может быть потом. Погодите, Леон Азиат, не знаете, что я должен так всрато разговаривать? Каменный очаг, чугунная голова. Свежий, модный, 20-30. Весна-лето, гей-подтяжка. Он тебе Наруто по...
почему он реально постоянно бегает по кругу? Его нельзя пускать, наверное. Да, это типа какая-то темка, следить, чтобы он не залез в магазин. При этом, что бы ни делал Валера, просто за правило этому головы продал, дается ачивки, понимаешь? Каждый раз ачивка. Настолько скучная игра, что ачивку дают за каждый поворот. Посмотрел, что ли? Похоже, старик пытается войти внутрь, я должен пойти с ним поговорить. Во-во, давай, заходи. Понимаешь? Заходи, тут тепло. Я угощу тебя... Хочешь? Ну что ты вообще хочешь? Старый мужик. Рабл-рабл-рабл-рабл-ра. Да, извини, приятель, но я не могу это сделать. Не могу сделать ему рабл-рабл-рабл-рабл-ра. Рабл-рабл-рабл-ра. Ты что, ну блин, бедный человек, живет на улице. Ну разочек можно рабл-рабл-рабл сделать. Птица, как вовремя. Такой денек сегодня странный, вы бы знали. Кушаю свой любимый. О, подходит дед и говорит, сделайте мне рабл-рабл-рабл-рабл-ра. Сделайте что-то с этим. Добрый вечер, ты здесь работаешь? Не, я просто за кассой постоять. Ты так не полиции не говори, не шути, они могут пушку наставить. Просто интересно, видели вы что-нибудь необычное сего? Воющий коп достаточно необычный для меня. Спокойной ночи. Купил бы хоть что-то, блин. Да, время вывести навернул. Мусор. Типа довести его, издеваться над ним. Вот немножечко вам для развития обширного. Почему пошла история, что копы в Америке жрут пончики. Потому что это, я не могу вспомнить точно название заведения, но суть какая. Единственное заведение, которое работало по ночам, это было пончиковая. Ночью менты на смене, они хотели выпить кофе и что-то перекусить. И поэтому они постоянно заезжали вот туда за пончиками. И это настолько въелось, понимаешь, как в традицию, что все теперь во всех мультиках, сериалах, фильмах копы сидят ночью на смене с пончиками и кайфуют. Пошли вон, помойки. Проветритесь, воняете. О-о-о, докину. И не врите, что в жизни так же не делаете. А ты что, в отрицалово пошел? Ладно, засунем по-человечески. Ты чё, дурак? Твою мать. Ну где он взялся? Господи, дед, может ты что-то одеяло вынести? Нашелся жилище. На, там можешь что-то доешь еще. Похоже на другой клиент. Ля, ну свали, распугаешь всех клиентов. Залезь обратно в бак на минуточку. О, не-не-не, это моё. Не успел, да, я первый. Аппетита. Здравствуйте, у вас такой фургон, будто для похищения людей. Вам, наверное, нужен полный бак. Что ты, блядь, зубы сушишь свои? Хватаем шланг. Где у тебя собак вообще? Хочешь попить? Реально, я мужика заправляю? Эй, что со странным парнем в вашем магазине? В смысле, в магазине? Дед внутрь зашел? Он зашел? Пойду проверю. Еще один напился, бензина не заплатил. Ну что за дела? Класс, то есть... где магазин? Стоп, у меня сперли магазин? Вот понимаешь, вот я бы тоже точно так же и сказал бы, потому что у меня ничего не видно! А, вот он. Сука, дед. Ублюдок старый, зашел на дристал. Я должен получить метлу. Сейчас меня кое-кто получит. Еще пятно. Кот коричневый, взял след. Ищу за серию. И за кассой кэшбэк оставил, ты пос... Вы понимаете, что по факту это же игра хоррор. Ну так-то как бы... Есть пару моментов, было, понимаешь? Один разочек я так нормально приспустил, при том, что вы это все прекрасно видели. Смотри, везде все засрано. Подожди, он до туалета не дошел или не нашел его просто? Ну вот же написано, туалет для розовых и синих. А тут чисто главное. Ай! Теперь нет. Это время уборки, детка. А как? Она просто из рук валится. Так, короче, все. Собираю голыми руками. Прекрасно. Не нужна мне эта метла. Руки грабли. Эдвард, руки грязные. Ну да. Дед, мудак! Мы говорили ему по-человечески. Можешь зайти. Открывалась дверь. Там рам-рам-рам или что там ему предлагали, он хотел. Зачем портить имущество? Потом платить тем, кто там работает. О нет, это просто томатный соус на земле. Метла должна быть в состоянии очистить это. Ну раз в состоянии, вот и очищай. Удачи. А ты давно тут стоишь? Я просто убирался. И очень чисто, прошу заметить. Так что не следите мне здесь. Стоп, я шью. Сейчас, секундочку. Какого фига? При посетителях, ёлки-палки. Добрый вечер! Что-то подсказать, может быть? Или как? Ничего, я просто просматриваю. Ну, можешь выйти и посмотреть вон снаружи. Мне тут топтать, я только убрался. Что, загружаешься? Думаешь, что хочешь? Да это просто мое хобби. Обожаю смотреть. Мне просто нравится делать вы. Мне нравится приходить на заправочные станции глухую ночь. Вы знаете, как хорошо видны заправочные станции, на которых только один сотрудник. И вокруг никого нет. Как нет, но тут дед по кругу ходит, неадекватный. Ну да. У них, вероятно, даже нет телефона или чего-то поблизости, которые могли бы использовать, чтобы обратиться за помощью.
Ну да, в принципе, тут ты прав, ладно. Но у нас есть очень хорошая метла. Она знатно присаживается. Точнее, на нее можно знатно присесть. Это дело для развлечения. В любом случае, спасибо, что вы меня выслушали. Надеюсь, у вас все прекрасно. Пока-пока. Пока! Прикол. Заходит чувак такой... Как же я люблю ходить по заправкам ночью. Особенно, где работает всего лишь один человек. Их так хорошо видно в ночи. И работник не может позвать на помощь. Ну, это, собственно, все, что я хотел вам сказать. Спасибо большое, что пообщались. Да всего хорошего, бывайте. Ходи еще, можешь посмотреть, как я мою полы. Я могу взлететь на Нимбусе 3000? Ё-моё, это что такое? Это вампир Эдвард! Расстроился. Вампиры еще здесь! Во флаге Польши! Польшу расфасовали, по коробкам продают, и надо от вампира защищать. Что, черт возьми, это было? Я должен поставить швабру обратно. Но я не полетал еще на ней. Где ты? Где ты стоял? Меня тут хотят обратить в вампира тоже. Я не могу упустить этот шанс. Ага, попался? Согласен, бля. Ты кого тут вычудил? Слышишь, сейчас швабру возьмешь и убираться будешь. Какой блэ, сюда иди. Ты что такой неуклюжий, бля? Да ну блин, ну как это теперь мыть? Бля, на потолке насрал, ты че, утырок? А где он? Я сейчас вот думаю, хоррор ли это? Вот изначально сказал, а сейчас уже сомневаюсь. Мистер Пирамидоголовый, швабру возьмите, пожалуйста. Я вижу тебя. Мужик, ты стоишь прямо здесь. Я знаю, что ты прячешься под этим мусорным ведром. Я никуда не пойду, так что снимай. Блин. Я все понимаю. Вампир, хочешь есть? Перепутал кетчуп с кровью. На потолок зачем надристал? Блин. Ну тогда, если ты собираешься отвечать на мой вопрос, хотя поможешь мне очистить это место? Блин. Как это расценивать? Тогда я возьму чеснок сейчас просто. Блин. Во-во, давай, убирайся. Блин. Во-во, давай-давай, чисти-чисти. Швабру возьми. Да он не особо чистит, он просто пополз. Блин, раскидал. 21 гундос, а? Блин, по одной теперь расставлять, так капец. Рабли-рабли-рабли-бля-бля-бля. Давай не жалуйся, ёпта. У меня смена уже давно закончилась. Я все, а ты там? Ты там закончил? Подожди, ты ничего не почистил в натуре? Блин. Бля, ты такой олень, я просто не могу. Я думал, ты собираешься почистить потолок. Не, ну ты, конечно, падла клыкастая, я не могу. Мне пол затоптали люди, и падла еще потолок засрали. Вот это смена. Слышишь, если ты не собираешься ничего делать, мне нужно... Так, разочек его. Ну, вам не каждый раз в жизни вампира можно ляхнуть. Ну, домыть и закрыть магазин. Что ты делаешь? Какого фига тут происходит вообще? А ну давай, деда сюда! Столов. Быстро! Вырубай радио! Ты это заканчивай мне! Слезай! Чел, я уже должен закрываться, у меня везде срач, переставай! Спасибо за выступление, очень помогло с уборкой. Все, мистер вампир, уборка за день закончилась. Да, но ты не помог мне убираться. И ты сломал кучу вещей здесь. И вы тут наследили везде. Да! Шо? Повторно хочется. Ну, второй раз тоже в жизни не всегда получается ляснуть вампира. А ты? Ладно, ты странный. В любом случае было приятно тусоваться с тобой. Ой, бля, возьми что-нибудь с полки себе в подарок. Все, давай, я должен закрываться. Вы говорите, что хотите подождать внутри, потому что вы не так хороши ночью? А, потому что в полнолуние будут большие волки. Ладно, оставайся. Все, тогда давай, ты за главного. Задание на доске там, разберешься. Давай, до свидания. Дед, тоже пока. Что? Что? Так, махаться будем сейчас, дед. Дед, будем махаться. Все, мне плевать, я столько крыс нажрал. Протеин есть внутри, давай. За что? Это же... Он еще и этот, собака! Да. Это рандомные комментарии. Мои дорогие, это абсолютно рандомно, абсолютные комментарии. Всем хорошее настроение. Собака! Помоги! Да, вампир, понимаешь, Валера! Вампир, помоги мне! А потом, когда меня чуть не съел серый волк, он меня спас, а потом Джейкоб и Эдвард бились за меня. И только сила дружбы может помочь нам выиграть этот бой. Давай, лупи. Хорош. Сука, он блокирует.
Ага. Вот это к чему сейчас сальтуха была. И когда я сильно поверил в вампира, он смог победить волка. Вон он. Вау, ты спас меня. Это мне напоминает немножко мои сны во время жары. Вот когда жарко, понимаешь, не когда температура, а просто когда вот лето, сейчас жарко. Да, что-то такое. Спасибо, примерно. Друг. Теперь ты можешь приходить ко мне на заправку каждый день. Будем есть. О-о-о! Время, которое мы провели вместе, показало нам реальное значение дружбы. Блин. В смысле, бля? Дружим мы с тобой теперь, слышишь, утырошник. С тех пор мы стали лучшими друзьями. Вы и вампир стали лучшими друзьями. Вы уплыли на маленький остров и открыли там маленький бар. Но, к несчастью, все прогорело, и вы вернулись работать на заправку. Подожди, у меня такое чувство, что это сам Валера сделал игру, или его друзья сделали игру, и напихали туда всякого бреда. Что это здесь вообще происходило? Какой бар? Какой вампир? Какие деды? Но с элементами хоррора. Понимаешь? Подружились с вампиром, уехали на остров. Друзья, в любом случае, я рад, что мы все вместе с вами побывали в моем сновидении. Теперь вы примерно знаете, как это происходит. Спасибо Валерию Гостеру за эту прекрасную игру, где бы он ее ни взял. Наверное, знаете, типа, открыть Steam и выбрать самые худшие игры в мире. И вот это будет где-то там. Но она реально принесла нам удовольствие. Если вам понравилось смотреть со мной этот видосик, обязательно тыкните лайк. А также подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Забегайте в мой Telegram, а также на игровой канал. А с вами был Дима. Типа то. Пока.